Установлена причина сильного задымления в Хабаровске и его окрестностях. Как сообщает МЧС, густой пеленой город заволокло из-за пожаров в приграничных районах Китая, где проводят пал сухой травы. По данным спутникового мониторинга, там сейчас более 200 очагов. На территории самого Хабаровского края нет возгораний. Власти российского региона уже обратились к своим китайским коллегам с просьбой ликвидировать пожары. Несмотря на смог, в воздухе не обнаружено превышение предельно допустимых норм содержания углекислого газа.